Валерио Колантони и Юлия Списивцева, победители сегодняшнего соревнования «Золотой кубок Дона» в программе «Профессионалы. Европейская программа». Мы поздравляем вас с сегодняшней победой. Our congratulations. В первую очередь хотелось бы узнать ваши впечатления от сегодняшнего мероприятия. What are you feeling now? What's your impressions of this event? Здравствуйте. Ну, первое впечатление, на самом деле, первый раз мы вместе с Валерием в этом городе. И очень понравился зал, очень понравилась атмосфера, очень теплая публика. Соответственно, ощущения от нашего танца были положительные. Надеюсь, что зрителям тоже понравился наш танец. Здравствуйте. I know just this in Russia. So the atmosphere here this night was very good. It's perfect floor, good joking of the light. We are always enjoy to come in this competition because we feel like really the sensation in contact with the people to enjoy to dance here. Валерия, хотелось бы узнать ваши впечатления от музыки, потому что вышел новый диск, который Станислав Григорьевич сегодня презентовал, и вы танцевали под эти композиции. Валерия, what's your impressions of the music? Because it is a new disc which was presented today, and it is Russian compositions. What do you think about it? Very, very classical Russian music. Yes, looks good. But it's very classical music Russian. Знаете, на самом деле, как бы, наверное, для всех русских это как бы наше сердце. И когда мы танцуем, то есть есть ощущение, что мы танцуем под свою родную музыку, мы чувствуем ее сердцем, мы чувствуем ее душой. И, конечно, танцевать, наверное, русским людям под нее намного приятней. Вот. Валерий, я думаю, что тоже как бы получил удовольствие от этой музыки, но, наверное, сложнее намного ее понять, чем русскому человеку. Это практически последний турнир сезона, точнее не сезона, этого года. И мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы хотели бы узнать, какие события года уходящего стали наиболее значимыми для вас. И мы надеемся, что Валерия тоже ответит на этот вопрос. Ну, уходящего года, наверное, самая последняя у нас удача. То, что на чемпионате мира в Блэкпуле мы стали четвертыми. Вот, мы стараемся развиваться, двигаться. Поэтому, наверное, самый большой на данный момент результат – это чемпионат мира. What do you think about the last, not the last, the results, which is the best one? This year, of course, the last world champion. And we finished in fourth place in front of the couple that usually beat us. That one for us was the best, for sure the best result. Thank you, we wish you all the best and happy new year. Приятного вечера, спасибо, до свидания. Thanks.